Вот так выглядит тарелочка. Рыбная деревня, церковь на площади Победы. Королевские эти ворота, быки вот эти. Ой, куда меня занес? Вот сам кафедральный собор имени Канта. Музей янтаря, вот он. Все это здесь написано. Вот, пожалуйста. Вот все написано. Это у меня вторая всего тарелка. Я пока не увлекаюсь, как сказать, висячими тарелками. Я пока увлекаюсь стоячими тарелочками, потому что я знаю, что многие увлекаются висячими. Я пока вот как-то так. Еще я забрала свой выпускной такую штуку. В 2008 году я закончила школу. Видите, у нас синий, потому что я училась в Казахстане. Вот такой буквально новенький, классненький. На телевизор я его постирала, повесила. Так, это я тут нарзан пью. Вот это купили коллекционную монету. Сувенирный Калининград. Это папе, мужа. Это Калининград, сердце янтарного края, вот написано. Орденом по позднее Восточной Пруссии. Он любит собирать монеты, правда, конечно, натуральные, но я думаю, что он такой тоже будет рад. Мы взяли, эта штука стоит 300 рублей. Монетка там лежит. Дальше папа нам подарил фонарик. А то у нас свет вырубают, и заряжается он от розетки. Классные диоды. Дальше сами мы себе купили изначально такой. Ну, это в Бау-центре мы покупали. Те, кто был там, знают. Себе носки купила в Терранове. Терранова. Такие классные. Длиннющие. Я люблю, я обожаю вот такие всякие гольфы. Купила я их за 150 рублей. Но стоили они 400 раньше. Смесь в магазине Спар, магазин Спар, это же тоже магазин Семья в Кёнигсберге. Я их уже вчера поела, привезла я домой. Я съела вот эти сушеные бананы. Папа передал своему свату катушку, по-моему, золотая такая, красивая. Рыбак рыбаку типа. Вот она лежит. Чем я лучше ее не трогать, еще сломаю. В общем, вот так, красивая, золотая, чисто символически. Так, что у нас еще? Да что ж не закрывается. Дальше себе там зашла такой магазин. Как я люблю все такое натуральное, боже, для здоровья. Я у себя привезла льняное масло. Вологодское омега-3. Вот. Это у нас льняное масло. Читаем, читаем, читаем. Самое главное, вот для чего оно все нужно. Все это записали, да? То есть мы прочитали, господи, это Теле2. Я раньше жила в Кёнигсберге, у меня был Теле2. Так, я в этом же магазине, где купила льняное масло, купила себе иван-чай городецкий с клюквой. Высшего качества. Я никогда не пила иван-чай, но я себе давно хотела его попробовать. Вот я его себе привезла оттуда. Вот здесь делает вот такие таракашки, червячки. Ничего пока не могу сказать. Надо заваривать. А у меня тут такой бардак. Пыли все. Просто жесть. Так. Родители передали сватьям старый Кёнигсберг коньяк. Папе, маме Лаветти, что ли, классика. Это надо передать подарок. Так, duty free. Мы там покушали на 1500 рублей. Это дорого. Я вот duty free купила совсем ничего, но я купила себе такие интересные конфеты, да? Озерский сувенир, сделан в России с гордостью. Груша Борисовна, шоколадная глазурь, 200 грамм. Вот. Выглядят они вот так. Вот они такие должны быть.
Это вот я купила там в магазинчике. Потом. А, вот они у меня эти. Журнала Пантин. Пробник. Попробую с удовольствием. И бальзам-ополаскиватель. Попробуем. И еще я там купила. И цифры этот в Изотском. Очень все дорого. Тама. Я не знаю, как люди что-то нравится. Там парфюм дорогой такой. Может быть, он и натуральный, но в смысле. Но я такой покупать не собираюсь. Клубника Николаевна. 235 уже грамм. Ну, такой парфюм интересный. Такой здоровенный. Шоколадный. Глазури. Выглядит это вот должно вот так. Семейство из сухофруктов в шоколадной глазури. Да, 5 грамм. Вот какие-то я купила там. И вот, говорю, что мы на 1500 мы оставили там в кафе. Вот, вроде ничего не забыла. Ну, вот у меня еще лежит в Нью-Йорке юбочка. 350 рублей. Это такая, ну, это мне вообще-то мама подарила. Я в нее влезла. Что удивительно. Типа шифона что-то. Вот. Думаю, подружке подарить. Ну, не знаю пока. Ой, я совсем забыла показать мою новую подушечку для головы. Кёнигсберг. Ее купили мы в аэропорту. Ее цена 400 рублей. Минус, что они вот здесь сделали совсем тонкое. Видите, она тоньше. Здесь нужно было еще набить. Так было бы совсем замечательно. Здесь очень хорошо, но когда ложишься, голова как-то вот так проваливается. Это не очень хорошо. А так она очень красивая, мне понравилась. Вот думаю, стирать ее или не стирать. Вот. Такая подушенца. Очень рада ей. Еще я покупала там в магазине, в одном из магазинов, такие штаны себе, потому что мы приехали, неделю было холодно, был дождь, я мерзла, ноги промокшие, я не взяла себе с собой кроссовки, и я в них не влезла. Я когда покупала, мы были в ссоре с мужем, и на было без настроения, я вот как-то хапнула, я думала, что эта штука тянется, вот эта вот, которая на поясе. Она не тянется, я в них не влезла, поэтому мы сегодня понесем это все, я понесу маме, может быть, она влезет, либо племяннице. Матня немножко занижена будет, ли мама, не знаю, либо племянница мужа, то бишь внучки. Вот, это вот тоже вот такую штуку. Эти штаны стоили 700 рублей. Получается, что вот так вот. Сейчас буду собирать, что вот родителям отнести. Здесь уже вот спиртное лежит. Я сейчас вам показала. Сувенир отнесем. Поболтаем, то все, туда-сюда. Ну вот я опять вспомнила, что у меня еще есть. Это вот мы ходили в зоопарк, и в зоопарке был, конечно, ларек такой, все так свино, все так подарочно упаковано у них. И это вот, по-моему, первый раз, когда я что-либо покупала. Там, точно, я вспомнила. Так. Здесь магнитики. Вот эти магнитики. Сейчас я. Они вот так упакованы. Помяли, что ли. Видите, как все подарочно упаковано. Классно. Так. Вот такая рыбная деревня. Красивишная. Раз. Потом. Кёнигсберг, по-моему, это вот муж взял тоже кому-то. Да. И вот эти два магнитика мы взяли родителям. Вот. Это вот лицо Калининграда, это центр. И рыбная деревня в ночи. Это родителям. Родителям мы вот так сюда и положим. Вот в этот пакетик сейчас и отнесем. А это я себе взяла. Да. Себе, по-моему. Потому что, в общем-то, я лицо Калининграда так и не взяла, но есть, в принципе, есть тарелка. Дальше. Одно наше, одно родители тоже. Это вот такие интересные магнитики-бутылочки. Вот. Они мне сразу очень понравились, приглянулись.
Да, вот это наша, это наша. Нам вот, видите, это наша. И вот здесь кафедральный собор. Ракушки с Балтийского моря и янтарь. Очень красиво будет смотреться. Ну, сразу достаю, а вот это надо будет оставить. Это родителям, то есть аналогично, только там другой рисунок. Там, по-моему, что-то. Оба. Корабль. Мне понравилась вот эта вот нежная такая штучка. Здесь корабль. Вот. И янтарь. Что-то он расползся. И здесь также. Да, тоже расползается. Ну, вот эти, конечно, штучки стоят, ну как, 250, что ли, или 300. Вот, это родителям тоже, вместе с магнитом Ми. Это он на работу там кому-то другу отнесет. И вот первое мыло, которое я себе купила, вот оно. Вот видите, делает город Светлогорск. Фейсбук, русский сувенир. Но купила я его в Калининграде. Очень классно, видите, упаковано. Мыло янтарное, ручной работы. Вот. Девочки, оно очень вкусно пахнет. Вот. Ну, тут янтарь. Вот так. Ну, если, по-моему, янтаря поменьше, то мыло побольше. Значит, очень много будет янтарь на этой штуке. Вот так вот. Вроде показала все, поделилась с вами. Все, что мы привезли. Но этого достаточно, потому что вещей куча было своих. Я тоже как это вещи все забываю. Уже просто висит, и я как достала сразу. А в Калининграде, в аэропорту, когда мы уезжали, я купила вот такой вот прикольный магнитик. Видите, он хорош такой. Крепление хорошее, много. Написано Кёнигсберг. Девочки, он такой классный, не знаю, мне он так нравится. Обалдеуче просто. Ну вот цена 200 рублей. Повесила я уже вот эти штучки. Здесь он совсем не крепится, этот корабль. Видите, мало магнита, он ездит. Ой, вот он едет. То есть, я не знаю, страшно. А вот здесь он как-то сразу более-менее... Ну и вообще здесь дверца будет открываться, будет не очень. Черное море, я там, я ездила на Черное море первый раз в том году. Я привезла Кисловодск. Ну, Кисловодск, что там, я уже там была 100 раз. Вот он, ресторан-замок. И вот эти повесили Светлогорск. Зеленоградский можно было не покупать, потому что одно и то же море. Вот здесь Светлогорск, там вот, там дальше. Это Калининград, старинные деревни. Это очень красивое место, более-менее похоже на Европу. Вот. Ну и тарелочка у меня будет любоваться. Я тут вспомнила, что я еще привезла всякие полотенчики себе. Смотрите, что я привезла с Кёнигсберга. Это жесть. Нарезную доску. Она вот так классно гнется. Дело в том, что... Ну вот здесь она и показана, как вот ее можно гнуть. Кёнигсберг. Что-то я не... на русском ничего нет. Дело в том, что город Калининград делает Польша. Кстати, я сняла свои ногти вчера. Ногти продержались где-то месяц. Я считаю, что это очень много и долго. Ну, больше месяца. И вчера я нахально их отдирала кусачками. Было больно, если честно, но мне они достали. Купила там, потому что почему-то не могла найти их у нас в городе Ставрополе. И вот с такой дали приперла одну штуку. Мама мне, значит, презентовала такие полотенчики классные. Написано «Принцесс». Такое, я не знаю, красно-розовое, что ли, красное. Потом такое желтенькое. Вот, как будто сирень. Ой, такие классные, что даже не хочется. И такое... молочное какое-то такое, коричневатое, серое, какими-то оливками. Вот, не знаю, пользоваться ими или их убрать. С другой стороны, думаешь, что ж их убирать, когда же ими не, как не в молодости пользоваться. У меня тоже такое бывает, что мне хочется это все собирать. Дальше вот такая вот тряпочка.
она длинная, знаете, как хлеб-соль. Вот, покрывало вот такое, можно на стол, на комод их вот кладут. Или когда, знаете, выносят вот каравай какой-нибудь. Тоже такой классный. И вот такой подарочный набор тоже. Здесь у нас эти. Значит, здесь вот такое, вот такое и вот такое. Вот. Сколько штук, я не знаю здесь. Но если посчитать, здесь 3, наверное. Ну да, раз ей пока здесь у нее отмечено, значит 3. Ну, красивые такие, мне понравились. Да, 3 штуки. Набор вафельных полотенец. 50 на 70 сантиметров. Делает город Иваново. Классные. Еще одни. Первые, значит, мы прилетели в воскресенье. Нет, мы прилетели в субботу. И в воскресенье у нас был такой вечер, когда родственники приезжали, которые живут в Калининграде. И такая свадьба была в домашнем стиле. Нам поздравляли. Деньги подарили мы, которых потратили. Там сестренки я. То есть все презентовала. И вот нам еще подарили вот такое вот постельное белье, чему я тоже была очень рада. Потому что себе купить как бы не всегда получается. Но... А на двухспалку, то есть на большое одеяло, получается европодушки. В принципе, красивая. Мне нравится, что здесь фиолетовый цвет есть. Вот оно. Так что вот так. Тоже польская. Написано вот Варшава. Вот. Польша. Так что вот так вот. 70 на 80 размер. 180 на 230. Наверное, одеяло. Мы потрогали с мужем. Оно такое гладкое. Это что-то типа напоминает шелк, но это не шелк. Но оно очень гладкое. Я такое не очень на самом деле люблю. Я больше люблю, я не знаю, как это называется, этот материал. Ну, в общем, ладно. Но мы еще даже не укрываемся по таким одеялам, потому что я не люблю, когда с меня либо его стягивают, либо еще что. Одеяло также подарили нам мои родители. Привезли мы тоже такое большое. Я хочу его постирать, машинку нашу не вылазит. Что делать, не знаю. Может быть, химчистку его отвезти. Так что вот эта постелка, она до того одеяла замечательно потом и влезет. Радостно не могу. Кстати... Что мы покупали, имеется в виду, я поехала на море, то есть Калининград, где-то 26 километров, то есть, ну, где-то 30, да, так скажем, от Калининграда, например, до Светлогорска, до Зеленоградска, которую мы ездили, в Светлогорске муж купался, я не купалась, вот в Зеленоградске, например, потом мы купались на озера в Калининграде, например, Шенфлис, классно, там рядом с домом, который у родителей. И вот, например, мы поехали на море, и я забыла взять с собой, хоть мы и брали, я брала защиту от загара. А солнце там, в тех краях, очень термоядерное, просто обжигает, просто я невозможно. Солнечный удар только так. Для меня с моей головой, с моими сосудами ходить очень тяжело. Как я там еще вынесла это что-то с чем-то. В общем, мы поехали на море, я с собой не взяла, и оставила в Калининграде, да, средства, и мне пришлось купить. И я вот в Зеленоградске купила вот такую вот штуку, стоила на 450 рублей, ну, в курортной зоне, SPF 50, люблю мощный, как они обещают, это вот детский, солнцезащитный, гипоаллергенный спрей для загара, водостойкий написано, для детей от 2 лет. Мне что понравилось, почему я взяла ее, потому что здесь вот такая вот такой дозатор, помпочка, поэтому... Не хочет фокусироваться. Ну вот, что-то сфокусировалось. На такую штуку. 500 рублей, как я называю это все, на ветер. Потому что с собой было средство. И поэтому муж, конечно, поворчал, походил, что не взяла. Я ему ответила, почему не взял ты. Все как обычно. Так, а у меня тут пустые баночки, которые я сейчас буду снимать видео для вас.
Магнитяра. Аптека Гексерал Табс с маслом мяты перечной. Облегчает боли в горле. У нас здесь идет хлоргексидин и бензокаин. Это вся та же тема с горлом хроническая, когда Гринфилд чай зеленый с мелиссой. Освежитель морской бриз Альпика. Дальше блины с творогом. Так, это у нас грушевый. Дальше блины с мясом. Лавровый лист 10 грамм. Здесь у нас идет краски лета, капуста брокколи. Потом две штуки, это паэлья испанское блюдо. Хотела попробовать две штуки. Вот. Дальше бананы, сметана, пельмени хинкал. Такие вот шоколадки. Хотела попробовать. Бла-бла-бла. И раздавилось. Конечно, кто-то упаковывал, что-то все раздавилось. Огурцы, творог. Вот такой домашний заменитель молочного жира. И соль йодированная. Так вот. Всем привет, мы в каком-то селе. Меня муж, короче, привез сюда. Как называется? Владимировка, Ставропольский край. Ближе к Дагестану. Ближе к Каспийскому морю. Мы в каком-то селе, поселении. В общем, здесь родилась твоя мама, да? Да. Мы приехали на день рождения к дедушке. Опа, отсвечивает все. Америка, Европа. Красивое такое небольшое село. Спижина. Ты снимаешь уже? Да. Чего натыкаешься на камеру? Это символ моего канала. Гляньте, асфальт. Остатки асфальта. Люди, у меня вздутие живота. Кишки, точнее, вздулись. Так что не я виновата. В одноклассниках было. Домики такие всякие. У меня все, конечно, как всегда, шатает. По такой дороге тем более идти вообще жизнь. Что мне нравится, я не вижу собак. Да, собак здесь нет. Серьезно? Ну, только во дворах. Ну, а чему? Они не гавкают. Видишь, как хорошо? Ну, потому что здесь мало кто ходит. Ну, как бы, конечно, могут гавкать. Все близко прям, видишь, какие-то. Пошла еще спустилась, докупила именно вот эту смесь. Я же одну взяла, а чтобы там, ну, на двоих хватило, вот еще одну взяла. Потом видела такую штуку шпинат, я на нее не обращала внимания, быстро замороженная, это кружево вкуса, вологодские ягоды, написано вологодские, как ее приготавливать. Грязный шпинат, а это итальянская кухня, ньокки с шпинатом. Так, в общем, я пока не вижу. Дальше салфетки мне пришла, мне нету. Оранжевую взяла, потом влажную взяла салфетки. Солнце, луна, фирма Аура, по-моему, это. 72 штуки. До Фикспрайса я не могу дойти, и я вот взяла этот подороже. И Лобби зеленый нарезанный от фирмы 4 сезона. Лейс. И жвачка. Вот. Ну, это мне надо все будет пожарить. Блин, увидела девочки там такую сковородку. Ну, типа вок, да? Блин, так загорелась покупать, что ли? Потому что наша просто уже убитая, все пригорает. Так хочется, не знаешь, брать. Так, сейчас я вам покажу покупки с магазина Вершина. Это супермаркет. Так, взяла я, значит... Кальмар солено-сушеный.
от Круиз фирма. Вот я обожаю кальмары. Дальше испанская смесь, соус Ривьера. Вот что здесь значит. Кукуруза вот должна вроде как попасться. Там такую штуку сибирскую смесь взяла. 4 сезона. А здесь витамин, да, фирма. Здесь лук, грибы, картофель, лесные грибы. Дальше. Что-то мне захотелось пива, я взяла Дон ледяное. Что без мужа была, муж на работе. И решила взять то, что я когда-то в студенческие годы, в свои 19 лет пила. С ним я такое еще не пила, он его не любит. Новотерская вода питьевая, негазированная, КМВ, кавказские минеральные воды. Так, это аптека, доктор Мом, как всегда. Ягодные постилки, это хлордексидин. И салфетки влажные для снятия макияжа. Всегда рядом. Я не знаю, что это за фирма, здесь 20 штук. Алоэ вера и календула не содержит спирт. Красивая упаковка. Очень-очень. Дальше. Гира взяла. Вывалился один. Гира у нас выглядит вот так. Вот. Состав. Булка, мука пшеничная, соль, сахар, маргарин, дрожжи, картошка фри, капуста, майонез, огурцы, помидоры, куриное филе. Вот это Гиро-Гиро. Так, журнал с вершины. В общем, я листаю, и потом на наполнитель брюсу идет. Если ничего... Так, смотрите, что я купила. Аура фирма, одноразовые покрытия для сидения унитаза. Так как мы летали Москва-Калининград, да, рейс, и я, конечно, запарилась, и вот эта классная штука с собой брать. Правда, здесь всего 10 штук. Вот они. Шуршавые такие, бумажные. Вот, смотрите. Я смотрела, знаете, стоит 40 рублей эта упаковочка. Стояла, думаю, блин, пусть лежат. Мало пригодится, мало ли. Сейчас не возьму, ведь потом же забуду. На самом деле, я потом забуду. Интересная вещь. Зубная паста, листовой бальзам, антивозрастной уход взяла. Это у нас прополис и зверобой. Далее. Салфетки антибактериальные от Аура. Вот какие эти. Здесь, по-моему, должно быть 20 штук. Российский красный крест написано. Ну, 20 штук. Плюс 30%. Ну, вроде вот 20, да, написано. Будем надеяться, что 20. Так, Белла эти ватные диски. Так, Фторадент большую упаковку взяла. Комплексное действие, ополаскиватель для полости рта. И все, у меня тут остается чек на 740 рублей и мыло. Я решила взять на кухню, мне нужно мыло. Кухню взяла я от сериала «Кухня», мыло для рук кухонное с запахом лаванды от фирмы «Красная линия». С витамином В5 написано. 500 миллилитров. Цвет, конечно, бомба. Вот такие у меня были покупки. Брюс! Выздоравливает потихоньку. От кастрации-то. У нас на улице дождь. Дождяра, я промокла. Уборка светит, тут компьютер, видите, стоит. Системный блок. Я купила новинку, кондиционер для белья, Ленор. Думаю, надо показать, пока я не убрала. И уже потом забуду и не покажу только в пустых банках, когда это будет. В общем, парфюмированный. У нас столько новинок появилось, девчонки, я их не видела. И у меня здесь получается аметист и цветочный букет. Вот какой-то такой. Здесь у нас 1 литр 8, 1,8, почти 2. Свежий 7, что-то умноженное на 7 дольше. Аметист.